можно назвать несколько мировых хитов, которые полюбились миллионам и были популярны на протяжении нескольких десятилетий. Одной из таких песен является «Хава Нагила», написанная экспромтом в начале 20 века Авраамом Идельсоном. Прошло уже почти 100 лет, а песню до сих пор поют и любят. «Hello, Dolly» – еще один мировой хит. Она была исполнена в свое время Луи Армстронгом. «Let my people go» он же. Сюжет этого шедевра основан на словах первого стиха 8 главы Ветхого Завета. По большей части, благодаря джазисту, она и приобрела популярность во всем мире. «Let my people go» could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. It's my life – шлягер, который вне зависимости от возраста понятен и знаком практически каждому из нас. Ее исполнила рок-группа Bon Jovi в 2000 году. Незрячий легендарный музыкант Рэй Чарльз с группой женского вокала в 1960 году исполнил мировой хит «Hit the Road, Jack», которые сегодня можно слышать в репертуаре эстрадных и джазовых коллективов многих стран. Наиболее популярной в мире песней признана композиция группы «Битлз» с названием «Yesterday». Впервые она была записана в студии в середине июня 1965 году. Этот шлягер является детищем Пола Маккартни. Музыка, по его собственному признанию, приснилась, а вот слова дались ему совсем непросто. Невозможно было перечислить все чаты, которые эта композиция возглавила. Известно, что «Yesterday» отмечена Книгой рекордов Гиннесса, так как на эту песню было записано самое большое число кавер-версий.